А, кстати, Мура, у тебя сегодня на вечер есть планы идти? О, что-то намечается, что ли? А? Как красотки-то зовут? Шпаклевка и Валик. Сейчас люди вообще странные имена начали ставить, не понимаю. Или это бразильянки? Не тупи, Мура, и бразильянки. Там ремонт надо сделать. Короче, я подписался на одну группу, «Добрые дела» называется. Там люди, короче, пишут заявку, ну как люди, старики, ветераны, инвалиды. И просто собираемся и помогаем. Там дел немного, там ремонт, там по мелочи. Есть желание? Бесплатно, что ли? Ты не слышишь, да, меня? Я тебе говорю, старики, сегодня, например, у бабушки там, надо прийти, там, ремонт, небольшой ремонт сделать, там, по мелочи. Что, не будешь у них деньги брать? Делать нечего. Я своей родной бабушке не помогаю. Буду чужой бабушке помогать, что ли? Ладно, возьмем, блядь. Ну, я тебе так скажу, Мур. Жизнь, она такая штука, да? Серьезно, не лечи меня. Я уже леченный. Чего ты мне тут лечил? Опа, ну-ка, останови лучше. Вон. Что там? Остановись, говорю. Вон, твоих инвалид, видишь, обижает он. На их место паркнулся. Сейчас оформим. Может, и заодно кассу на обед сделаем. Мур, я думал, ты нормально. Ты хуже Берика, честное слово. Хуже Берика, только Берик, брат. Как джисмус, он дымит. О! Берген! Вы где Миша? Он алтыншы желтоқсан қандай мереке? Бұл мерекені барлық адам біледі деп ойлаймын. 16 желтоқсан тәуелсіздік мерекесі. Ол кезде тәуелсіздігімізді алдық. Бірақ енді арасында білмейтіндер де бар шығар. Біз бұны мектепте өткен жоқпыз, бірақ естігенмін. Қалай есіме түсіп жатыр. Тәуелсіз деген елді білем, бірақ не екенін білмеймін. Мен де білмеймін. Еркін жүресің, былай адам құсапшы. Тәуелсіздік ол біздің еліміздің бостандығы. Отан дегеніміз не? Не айтам? Отан дегеніміз біздің Қазақстан. Отанда ауа бар. Отан дегеніміз ол біздің туған жеріміз. Мен оны сүйем. Отан деген мен үшін жылылық. Саған жақын адамдар. Отан деген ол біздің отбасымыз. Мен отбасымды жақсы көрем. Отанымызды қорғау үшін не істеуіміз керек? Білмеймін. Ұмыт қалдыңғы сөзімді. Мұқты болу керексің, бәріне шыдау керексің, білімді болу керексің. Сабақты екіге оқымаймыз. Тәртіптер жақсы болу керек. Апайларды тыңдап тұру керек. Ағаштар егу керек, күлдер егу керек. Кітаптарда солай жазылған. Қазақстан өркендеп өсе берсін.